Добрый день. Сегодня мы рассмотрим банкноты Замбии. Это замбийская кватча. Это банкноты 80-х годов. Давайте рассмотрим банкноты номиналом 50 замбийских квач. Это банкноты 1986 года выпуска. Выпускалась она Банком Замбии. Выпускалась в течение 1986-1988 годов. Размер такой банкноты 153 на 75 миллиметров. На лицевой стороне мы видим изображение первого президента Замбии, это Кеннет Дэвид Каунда, правил с 1964 года по 1991 год. И также Орландо Крикун, это национальная птица Замбии. Также мы здесь видим изображение цветов, изображен герб Замбии. Купюра красочная, много цветов. На оборотной стороне мы видим памятник свободы и здание Национальной ассамблеи в городе Лусака. Также на данной банкноте присутствует водяной знак. Это портрет Кеннета Каунды. Сейчас мы рассмотрим вторую банкноту. Банкнота 5 квача. Это банкнота 1980 года. Также выпускалась Банком Замбии. Данная банкнота выпускалась с 1980 по 1988 года. Размер 138 на 70 миллиметров. Здесь также изображен первый президент Замбии Кеннет Дэвид Каунда, правил с 1964 по 1991 год. Наличие птицы крикун, национальная птица Замбии. Наличие цветов и герба Замбии. Давайте посмотрим оборотную сторону данной банкноты. Здесь мы видим изображение Кариба ГЭС. Это гидроэлектростанция в ущелье на реке Замбези. У данной банкноты также присутствует водяной знак. Это портрет Кеннета Каунды. Мы сегодня рассмотрели банкноты Замбии 80-х годов выпуска. За класс репост огромное спасибо. Спасибо за внимание.